Кухонное пространство сейчас готово конкурировать с гостиной по степени уюта. Но кухни Дима и Дядькова создаются с особой функциональностью из современных материалов и массива. Дизайн подбирается под любое пространство и вкус, начиная от лаконичного лофта до уютного кантри. Под шикарными названиями винных регионов Италии – Кортице, Бароло, Амароне, Мальбек. Дух Италии в кухнях Дядькова не только в дизайне, он в структуре, в фактуре, в стиле и, конечно же, в непримиримой итальянской жажде красиво жить. Первый раз у нас пара, а во-вторых, первый раз у нас мужчина. Я готов. Да. Я готов, полностью готов, настроился. Уже обжился, получается. Получается, Таня. Здорово, классно. Знакомьтесь, это Александр, первый мужчина в реалити-шоу «До и после». Александру 56 лет, он бизнесмен, женат во второй раз. У Александра есть дети и внуки. Он владелец логистической компании. Жизнь, в общем-то, удалась. Но жена Светлана очень хочет снова увидеть Сашу молодым. А для настоящего мужчины цель в жизни – сделать счастливой свою жену. Он решился и пошел в проект «До и после». Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Ну, это что-то невероятное, что в наш проект пришла пара. Вот решили такой эксклюзивчик устроить. Это действительно эксклюзив, потому что, во-первых, первый раз у нас пара, а во-вторых, первый раз у нас мужчина. Александр, вы серьезно решили участвовать в проекте? Да, я решил после долгого сопротивления, я все-таки согласился. Ну и я тоже посчитал то, что когда выпадает счастливый билет, думаю, ну почему бы отказываться от этого? И решился на публичное. Это, конечно, месяц назад, кто бы мне сказал, что я здесь окажусь, я бы это, мягко сказать, посмеялся. Вы знаете, я сама не поверила своим глазам, что вы все-таки сюда дошли. Это для нас тоже первый опыт, как я уже сказала, общения с парой. И я думаю, что наши эксперты будут невероятно удивлены. Кстати, к какому эксперту вы хотите попасть? Ну, я думаю, что Дмитрий. Дмитрию Сергеевичу. Вы тоже, Светлана? Да, безусловно. Угу. Мы просто видели работы и Дмитрия Сергеевича, и вашего психолога, и других ваших профессионалов. И когда смотришь на результат, когда приходит, ну, девушка красивая, да, она и внешне, и внутренне вроде светится, но когда на финале ты видишь вот эту вот слезу счастья у героини, есть такое. Да, это просто невозможно пройти мимо этого, не испытать это. Поэтому мы именно вдвоем пришли, чтобы, ну, такое обоюдное счастье было. Обалдеть. Я даже не знаю, что сказать. Я вам благодарна за то, что вы пришли в наш проект. Потому что, ну, для многих пар, я думаю, это будет показательно, что муж и жена вместе могут пройти через многое. И главное, порадоваться друг за друга. За вас, Светлана, я не переживаю. Я переживаю за Александра. Я честно вам скажу. Я тоже очень переживаю. Он очень волнуется, да. Чем вы занимаетесь? У нас транспортная компания. Я директор, она бухгалтер. То есть у вас совместный бизнес? Да, совместный небольшой бизнес. Сколько лет вы вместе? 5 лет. 5 лет. Да, это наш второй брак. Угу. У нас, ну, как бы совместных 3 детей, 3 внуков, поэтому семья у нас достаточно большая. А то, что вы помолодеете, это я вам обещаю обоим. Спасибо огромное. Да. Это такой подарок. Да, это действительно подарок. И я готова вас познакомить с нашими экспертами. Спасибо, с удовольствием. Спасибо большое. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Я рада приветствовать вас вместе с нашими новыми героями. Наконец-то нас много, гораздо больше, чем обычно. И сегодня это пара, как вы можете видеть. Это Александр, это Светлана. Они пришли к нам на проект, потому что они хотят изменений, они хотят омолодиться. Почему мы пришли вдвоем? Я, допустим, могла бы уговорить супруга прийти одного. Но когда семья, и ты испытываешь такое обоюдное счастье,
Порадоваться друг за друга. Да, это порадоваться друг за друга, это вот просто... Результатом хотим. Это просто чудо. Если человек внешне выглядит замечательно, но у него просто грустные глаза, у него неспокойно на душе, он никогда не будет красивым. Поэтому нужно сначала начать с души. Поэтому мы сначала обратимся к вам и, конечно, ко всем специалистам. Вы, Оля, вообще собрали такой шикарный букет профессионалов, что нам остается просто, да, положиться на их профессионализм, да, на их опыт и ждать чуда. Я вот хочу вас услышать, насколько вы готовы. Ну, я готов, да. Я готов, полностью готов, настроился, просмотрев, я же говорю, все ваши передачи, результат, конечно, поражает. Ну, хочется, чтобы внешнее соответствовало внутреннему такое душевному состоянию. Насколько вы себя чувствуете? На сколько лет? Какой вы молодой? Ну, 18, но всегда так чувствуется. Ой, можно чуть постарше? В душе. Ну ладно, Максим, тогда вас, наверное, надо спросить в первую очередь, работали ли вы с парами, и каким образом вот здесь вот эта работа будет происходить? Ну, я думаю, да, проработать какие-то личные вещи, посмотреть, что поразбирать, и дальше вы уже решите вообще, как вам и чего дальше хочется. То есть, конечно, начать с себя я предлагаю. Да, конечно. Мужчины иногда приходят, почему, например, на операции то же самое, блефаропластика, говорят, мне мешает водить машину, да, то есть оно прикрывает мне уже поля зрения, то есть я уже хуже вижу, говорит, по бокам, говорит. То есть одно дело эстетически, другое дело функционально, да, то есть мы функционально решаем какую-то проблему, улучшаем, можно сказать, зрение и заодно эстетическую. Другие бывают мужчины приходят и говорят, что я хочу прямо молодиться, то есть мне надо для чего-то, да, то есть для каких-то, то есть дел. Потому что любая операция, пожалуйста, с небольшим, но каким-то определенным родом наборов сложностей, рисков, реабилитации, все остальное. То есть человек должен быть настроен, хотеть этого, результата хотеть. С удовольствием с вами встречусь, мы с вами лично сядем перед зеркалом, обсудим, потому что сейчас много чего можно обсуждать, да. Говорить. Столько пожеланий. Да, да, да. Но когда я услышал, как от вас, ваши личные пожелания, то есть вы про нее, он про вас, может быть, что-то нам. Да. Мы придем к какому-то совместному решению и будем уже какие-то делать оперативные вмешательства. Спасибо вам огромное. Я так рада, что в таком возрасте вы друг друга любите. Это видно, что вы друг друга любите, поддерживаете, вдвоем сюда пришли. Но я знаю, что мужчинам обычно это ничего не надо, этот стиль. Они всегда, ну так, минимальные рекомендации интересуют, это максимум происходит, разовая консультация. А думаю, с вами, Светлана, мы поработаем. Да. Ну и там уже, думаю, вместе мы придумаем какой-то общий, да, если получится, если даст Бог, то общий стиль мы вам какой-то разработаем. Ну, на самом деле, я тоже рада, что вы в проекте, потому что не всегда приходится работать с парами. И, честно сказать, исходя из моего опыта, 90% клиенток, моих женщин, они скрывают от мужа, что они делают. И 90% мужчин-клиентов приходят ко мне только тогда, когда завелась какая-нибудь молодая подруга, любовница или новая жена. Хочу спросить, какая у вас разница в возрасте? 4 года. Угу. Ну, я думаю, что, Светлан, как бы у вас таких выраженных изменений нету на самом деле, но есть чем поработать. А с Александром придется дольше поработать, потому что более выраженные изменения в силу того, что мужская кожа, она по-разному, по-другому стареет. Если хорошая мотивация и настрой, я думаю, что все будет прекрасно. Спасибо, дорогие Спасибо эксперты. Большое. Я думаю, что тут вопросов больше нет. Теперь вы увидитесь с нашими экспертами непосредственно уже у них в кабинетах и вообще на встрече. Так же, как и все наши предыдущие героини, Александр встречается на личном приеме у Максима Комарова. По утверждению Максима, мужчины гораздо реже обращаются к психологу, чем женщины. Максим сразу признает, что удивлен появлению Александра в проекте. И, конечно же, он хочет поддержать нашего нового участника. Александр, добрый день. Здравствуйте. Хотел бы спросить, как ты себя сейчас проживаешь, вот находясь вот на начале этого пути в этой передаче? Ну, если считать, что весь вот этот подготовительный период к началу кастинга, когда нас вызвали, и после первого дня съемок, сейчас просто себя чувствуешь прекрасно. А тогда, конечно, было волнение, приятное волнение.
Сейчас комфортно. Сейчас комфортно, угу. Да. Уже... Просто я доволен, что попал, да, все-таки на эту передачу. Уже обжился, получается. Получается так. Здорово, классно. Ну вот сейчас у тебя есть возможность задуматься, правда задуматься и решить, есть ли у тебя, возможно, какие-то темы, которые ты никогда не обсуждал, уходил от них, прятал их в какой-то комод, чулан. И при личных встречах, не на камеру, мы можем встречаться и прорабатывать их, осознавать, другими словами. Я был бы очень благодарен. Угу. Хорошо. Тогда я думаю, как ты будешь готов, мы свяжемся и начнем работать. Максим и Александр вместе обсуждают его семейные дела, а в частности, его отношения с внуком. Мы же в это время готовим жене героя до и после сюрприз. Чтобы любовь и понимание оставались в семье как можно дольше, Александр хочет показать Светлане, что все еще любит ее. Он приглашает жену в караоке. Как вы думаете, для чего? И почему именно сюда? Смотрите сами, как свидание и музыка могут освежить чувства пары в длительных отношениях. Я люблю тебя до слез. Это облако из роз и песками белых роз. Наши розы за спиной. Романтическая часть этой истории пока подождет. Приступим к самому сложному этапу преображения. Впервые Александр попадает на прием к пластическому хирургу Дмитрию Прокопьеву. То есть сегодня мы с вами будем делать подтяжку лица, да? То есть подтяжку нижней трети и шеи, да? То есть для того, чтобы воссоздать лучший контур лица. Кожа мужчин более плотная и сложнее поддается корректировке. Кроме того, женщинам проще настроиться психологически на любые хирургические вмешательства. Поэтому Александру обе операции даются непросто. Прошел месяц. Ведущая проекта Ольга Че встречается с Александром, чтобы поддержать его вместе с рестораном «Печки-лавочки» и их концепцией правильного питания «Life Food». Здравствуйте, Александр. Меня зовут Дмитрий. Мы с вами будем заниматься качественным снижением веса. Не похудением, а именно построением. Текущий вес какой у вас сейчас? Так, вес 96-97 килограмм. Мы будем качественно за счет снижения процента жира в организме снижать ваш вес. Желательно, конечно, я вам рекомендую добавить какие-нибудь либо физические нагрузки. Тренажерный зал, фитнес-зал, плавание. Если вы готовы, то мы начинаем. Следующий месяц Александр будет питаться по системе пятиразового питания. Все это облегчит его реабилитацию. Заботы о питании уйдут на второй план. Теперь диетологи ресторана «Печки-лавочки» будут разрабатывать план питания Александра. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Как ваши дела? Прекрасно, я все чувствую себя. Настроен на положительный результат. Александр, по статистике на 10 женщин приходит всего один мужчина. И я надеюсь, другие мужчины, просмотрев эту передачу, пересмотрят свое отношение к себе и поймут, что каждый уважающий себя джентльмен должен выглядеть ухоженно. Косметология. Вот еще один длительный и сложный этап в преображении Александра.
Как настоящий суровый мужчина и бывший военный, Саша никогда не пользовался солнцезащитными кремами и уходовой косметикой. Поэтому косметологические процедуры в клинике «Дива Эффект» стали для него настоящим испытанием. Первое, что рекомендует Диана Курбанова, это лазерный пилинг. После пилинга Александр испытывает все остальные процедуры. Пока снова встреча с ведущей проекта и общение на тему реабилитации. Александр абсолютно откровенно рассказывает о своих переживаниях. Его настрой уже не такой позитивный, как в начале. Вот эти опухоли, синяки, дискомфорт, боли. Это надо пережить. Тем более я никогда с этим не сталкивался, не слышал и не думал даже об этом. Ну, больно. После первой операции, ну и второй, она же все опухает. Там лицо было. Я не знаю, конечный результат посмотреть, когда, может быть, отойдет все, уляжется. Конечно, может, удовлетворение получишь, но на данном этапе пока трудно об этом говорить, очень трудно. Очень сложно. И психологически тоже сложно, потому что приходишь в основном одни женщины везде. И в косметологический, и там. Сын видел тоже ничего, так смотрел, но даже не спросил. Явно так он не заметил. Понять Александра можно. Он держится и старается не падать духом. Хотя изменения на его лице уже вполне заметны. Саша переживает о реакции окружающих и, конечно, благодарит жену Светлану за поддержку. Он не перестает восхищаться работой Дмитрия Сергеевича. Все это время, помимо Дмитрия Сергеевича и жены Светланы, еще один человек постоянно принимает участие в омоложении Александра. Это эксперт проекта, врач-косметолог Диана Курбанова. В течение всего сложнейшего периода реабилитации врач клиники «Дива Эффект» регулярно делает уходовые процедуры нашему герою. Наконец-то настало время основных омолаживающих процедур. Александр становится моложе, его морщины разглаживаются. Диана Курбанова с профессиональной точностью делает контурную пластику, и мы надеемся, что Саша будет поддерживать свое новое ухоженное лицо. Отныне его ждут только приятные бонусы от реалити-шоу «До и после». Например, такие как стрижка и покраска в салоне InStyle. Мастер салона InStyle Элона стрижет мужчин постоянно. И работа с героем проекта «До и после» будет для стилиста интересным опытом. Элона в курсе всех трендов мужских причесок. Она постарается сделать Сашу еще моложе. Но спустя некоторое время Саша начинает немного нервничать. Оказалось, что стрижка и покраска заставили его еще больше переживать, чем все предыдущие преображения вместе взятые. Александр не ожидал, что цвет волос будет именно таким, что стрижка будет слишком короткой и молодежной. По его словам, он тактично, как подобает мужчине, молчит. Но в глазах его читается неудовольствие. Рискнет ли стилист проекта Зухра Дабалдеева продолжить молодежную тему? Скоро увидите. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Зухра. Я так давно вас не видела.
изменения, я вижу, кардинальные у вас произошли. Расскажите немножко, у кого вы побывали, какие ощущения, на каком вы сейчас этапе психологическом? Ну, я прошел все этапы. Это одним словом, огонь, воду, медные трубы. Вы знаете, вы сейчас пришли ко мне в том образе, в котором я вас видела, когда вот мы встретились в начале программы. Я хотела сделать из вас какого-то киногероя. Вы так мне напоминали такой харизмой своей. Но пока я дождалась нашей встречи, очень все поменялось. Был такой запрос на то, что вы очень строго выглядите. Примерно вот так вы выглядите всегда. Поэтому у меня будет два образа. Один из них будет немножко вас сместить с этого вектора направления. Может быть, он показывает для вас очень нахальным таким, и которого вы никогда не примените в жизни. Но я решила рискнуть и показать его вам. Ну, вы готовы? Интересно, очень интересно. Конечно, вы можете заменить эту майку с принтом на белую футболку. Будет совсем все по-другому, будет более все, как вы любите, скромно и по-простому. Но я захотела сделать так, чтобы вы вспомнили, быть может, себя молодым. Поэтому я предлагаю вам это все померить. Ну как, можно? Примите куда-нибудь. Ну, я думаю... Можно будет рискнуть попробовать. Как вы думаете, Светлана воспримет это? Ну, я из-за футболки только, мне кажется, очень тяжело. Резко, да. Ну, а так, конечно, да. Ну, это, знаете, такой уже переходящий сезон. Это где-то лето, весна. Я знаю, что впереди у нас ждет осень и зима, поэтому я приготовила к вам сюда не менее молодежный свитшот. Он будет более носибельный в вашем гардеробе, поэтому можете его сейчас примерить. Ну вот, Александр, добавили мы вам порцию молодости в ваш повседневный гардероб. У меня есть второй образ для вас. А второй образ, он навеян именно тем, как я почувствовала вас на самой нашей первой встрече, когда вы пришли и напомнили мне такого киноактера. Это для вас? Очень свежо, да. Ну, вы видите, да, что это не офисная работа. Что этот, что первый, что второй образ, это не для работы. Это для вашей повседневной жизни, но которая говорит о вашем статусе. Ну, этот образ мне более приятен. И по ощущениям, и вроде как возраст соответствует. Качество хорошее очень. Всех вещей. Я очень доволен, спасибо. Но самое главное – это обувь. И вот непосредственно в этих двух образах я сделала вам ставку на очень дорогую обувь, несмотря на то, что один был молодежный, а другой вот он статусный. Благодарим магазин «Манифесты», который нам предоставил эту обувь для этих двух образов. Подарок от магазина «Инканта». Собственно, дарю вам пакет. Это ваш? Это мне? Да-да, спасибо. Это вам. У меня есть третий образ для вас, Александр, но его вы сегодня не увидите. Будете знакомиться с собой новым уже на финале, когда вы закончите все свои процедуры. Я думаю, все эксперты уже ждут, не дождутся, когда вы будете на финале перед всеми нами. Спасибо вам огромное. Я буду ждать. Ну, расскажите немного, как вы себя чувствуете вообще в этом проекте? Ну, я думаю, если по моим ощущениям, если правильно сказать, то не так комфортно, как я ожидал. Вот это все, все процедуры, конечно, очень тяжелые. В моральном и физическом и ощущения вот эти все, и опухоли, потом реабилитация вот это. То синий, то желтый, то опухший. Не на работу. Ну, как-то некомфортно. Стрижка не нравится? Нет. А вы не видели, наверное, еще первый образ был. Так они мне хотели покрасить, ну, холодно-белый цвет. А получилось солнечный, рыжий какой-то.
не мое это. Некомфортно мне было в таком образе. Это не, не то, что комфортно. Во-первых, стрижку они мне сделали. Это, я не знаю, как. Слишком стильная, да? Слишком молодежно, слишком стильно. Преображение, конечно, я думаю, чуть-чуть что-то получилось. Нет, оно получилось по-любому, получилось. Просто из-за того, что через столько вот вы прошли, возможно, сильно не видите вот этот контраст. Но да, да. Посмотрев передачу, я думаю, тот, как вы пришли, как вы сейчас выглядите, разница будет и вам заметна. Да, да. Ладно, рад был вас увидеть, раз что. Тоже. Мне очень нравится, образ он тоже крутой подобрали, и стрижка крутая. То есть пусть даже оно не вам не подходит внутри, но я просто как это очень классно. Итак, Александр на завершающем этапе. Беседа с Максимом Комаровым состоялась, и он готов к финалу. Вместе с женой Светланой, которая также стала моложе за это время. Здравствуйте, уважаемые эксперты! Я рада снова вас приветствовать на финале проекта «До и после». Сегодня мы выпускаем нашу уникальную пару Светлану и Александра. Давайте позовем сюда их. Пожалуйста, заходите. Здравствуйте, дорогие. Ну вот Александр один пришел почему-то. Что со Светланой? Светлана пока воздерживается, очень сильно волнуется. Александр, я хочу пожать вам руку, потому что вы для меня пример мужества. Да, спасибо. Дмитрий Сергеевич, наверное, самый основной эксперт, который знает о ваших многочисленных преображениях больше всего. Дмитрий Сергеевич. Это было непросто, это была серьезная работа для него, как морально, так где-то и физически, что пройти через все это. Сколько операций вы пережили за это время? Три. Три операции. Три операции. Как вы их пережили? Что было самое-самое сложное? Адаптация самое сложное было. Не так страх к операции, как послеоперационный период этот весь. Саша, изменились ли отношения со Светланой у вас за все это время? Ну, мне кажется, так. Сначала я очень зол был на нее, откровенно скажу. Ну, это честно. Конечно, это ради нее я пошел только. Ну, мы постарались, чтобы ваше преображение было такое неожиданное. Ну, конечно, Дмитрий Сергеевич много сделал со своей стороны. Очень, и, наверное, еще больше сделает Диана Курбанова. Конечно, я видела Александра в разном настроении в течение всего проекта. Как правило, это было такое сникшее настроение, расстроенное очень. Я так думаю, что это было целое испытание для вашей семейной пары, потому что я чувствовала интуитивно, что у вас даже были какие-то ссоры между собой. Все это как-то вот вело к разлому. Но хорошо, что все восстановилось, все отлично, хорошо. Да, я много раз показывала, сравнивала фотографии до проекта, после, подбадривала, поддерживала, и, в общем-то, я думаю, что у нас все получилось, все хорошо, и надо не останавливаться на этом, надо продолжать ухаживать за собой. У меня есть для вас один подарок, вот, именные, с вашими инициалами, вот, посмотрите. Ой, спасибо огромное. Подарили. А вот это вот тоже папка с логотипом вашей компании. Вау. Вот, чтобы вы, да, вот какие-то серьезные договоры подписывали. Спасибо огромное. Клиент спасибо придет. Вам огромное. Да. Саш, спасибо большое, что вы участвовали. Ну, я надеюсь, что все-таки Светлана будет сегодня у нас или нет. Конечно, появится, придет он. Давайте похлопаем. Давайте, да, Свет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам очень идет это платье. Спасибо большое. Я себя чувствую королевой. Вы действительно выглядите как королева. Я думаю, что стоит экспертам, да, сначала сказать. Зухра, расскажи, как тебе работалось с парой, с этой? Я думаю, что тебе тоже есть что рассказать. Я вообще очень безумно рада, что Александр согласился на этот эксперимент. Ну вот, что он пришел в магазин, там, позволил мерить на себя то, что он никогда раньше не мерил. И, в принципе, ко всему лояльно отнесся. И я знаю, что он продолжает это как бы использовать в своем гардеробе. Для меня это было, ну, каким-то успехом, наверное. Но со Светланой все было очень легко и просто, не знаю, Светлана такой человек, который знает, куда ей что и надо. Единственный выбор, который там, наверное, ее был удивлен, это вот платье. Но вы просили меня яркое, и у вас всегда была проблема в том, что вы не могли показать фигуру, но хотели. Я думаю, что мы справились с этой задачей, как... Да, в течение работы, так и на финальном образе. Цветы – это приятно.
Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Да, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно. Прям супер. Это герой реалити-шоу «До и после» Александр. Ему 56 лет. Александр пришел на проект вместе с женой Светланой. И вместе с ней прошел все этапы преображения. Две пластические операции, косметологические процедуры, изменение стиля, психологические сеансы и длительные месяцы реабилитации. Понравилось ли вам преображение первого мужчины в проекте «До и после»? Если вы сами хотите принять участие в программе, пишите на этот электронный адрес. Настроение праздника, скорее всего, придет с желанием готовить на такой кухне каждый день. И пусть это будут красивые блюда и лучшие рецепты на ваш вкус. Возможно, у вас будет вдохновение готовить итальянскую еду. И это неудивительно, потому что дизайн кухонь DMI Дядькова из Италии, собраны они в России, а заказать их можно под ключ прямо здесь, в торговом центре IU Grand Comfort в Бишкеке на первом этаже. И пусть эта кухня мечты воплощает все ваши кулинарные фантазии, а ваши близкие радуются этому каждый день.